was this Дорожує затягнуту атмосферу, і вона сприяє.
Стефан, ну, бачиш? Ти на європейській? Дивися, це ж колона, де ти можеш жовтому. А ви хочете їхати? А, ви запитайте, що ж буде? Давайте, говоріть. Зараз люди ще під'їдуть і будуть спускати воду. Зараз люди чекають. Мене добре чи? Добре. Дивіться, з нами стоять представники церкви. Вони з нами поїхали. У мене окремо є 50 тисяч. Найбільш записано. Колокольний дзвін, тремпіт.
обіди, молитва Архангелу Михаїлу і Господи помилуй. Якщо тут є жорсткі матеріалісти там і так далі, я прошу взагалі не коментувати і відійти. Всіх інших прошу підійти до мене, я роздам ці диски, будемо писати в машині весь час поїздки на Михаїлі максимально голосно. Все, ви мене всі почули, так? Так. Два чоловіка можуть взяти. Кому сказати це? Це не до мене. Коли виїжджаєте? Коли виїжджаємо? Сьогодні. На ТВ. Я знаю, так звук у него он будет вести в эфир. Мы не будем, мы просто снимаем. Full HD качестве просто. На Европейской площади автомайдан собирается. Добре.
хотим ездить. Ну, вот решает человек. А? Кто решит? Вот человек сейчас решит. Я от партии Народный Рух. А я ж не знаю, там вы должны были с кем-то. Я не знаю, с кем. Нікого немає, охрана там на цьому, на цій палаці стоїть. Я питаю їх, хто ж Станіславович є. Не знаємо, не знаємо. Ну, я сам не в курсі. Перший раз їду, за нас заговорюється чоловік, от Володя. Ну, може, зараз і за вас як-то. Зараз подивимось. Та повинні ж міста бути, такого бути не може, щоб місць не було. Зараз. Я просто сам вот в таком же положении, как и вы, понимаете? Нет. Сам не знаю, где делать. Да, я понял. Да. 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 І сам патрул? Жінка їздить? Ні, патрул. А, то був не у мене. Так, давайте. Ні, не у мене. Чий купля, скажіть, чий купля? Мені треба всі не мені бачити. Давайте. Зараз. Йомте, где там да. Телебачення? Це гром не спільно, спільно телебачення. Народний рух партії. Народного руху куди-то би ще. Ви можете приїжджати вперед трошки, ми ж будемо ходити. Десь кілометрів 20. Ви знаєте, зараз ми ще підтягнуться люди, щоб вони нас не нас доганяли. Я думаю, що не пізніше, ніж по 12. Може, коли 15-20 поїдемо. Ви ставайте за жовтим Бобіком, я захочу. Там ще прозвища. Так, мені вас треба. А тебе куди буде? От людина, знайомтеся, спілкуйтеся і питайтеся. Хороша велика машина, просто де собі салфеточку, селектується все. Так. А вот еще фотограф с Народного Руха куда-то можно? Народного Руха. Ну вы же по этому самому. Ну позади книжку фотограф. Фотограф еще сядет вам? Мы еще девчонки просто едем. Назад. Назад еще тогда возьмем. Кого еще из интересных? Глаз, две раз глаз. Три человека сзади. Вы сзади, вы сзади еще девчонки. Теперь осталось тебе место. Найди и ему. А? Сейчас что-то придумаем, если что, все нормально. Так, может, я с тобой в машине, чтобы ты будешь комментировать, я буду снимать? Или... Не помещаешься, я не успел, подошел уже шеду. Брось, Лир, брось. Да. Ты в какой машине? С тобой я. Привет, Ярослав. Отлично, Ярослав. Держись этого парнишку, он тебя бросает. Так а где он? Так а как я его держусь? Ну так заговори с ним. Я ж, ну что, я буду к нему машину ломиться или что? Да не будет, я говорю, держись его, он тебя сейчас спасает. А, он спасает? Ну хорошо, я буду возле машины тогда. А где я? Где он? Где я? Где-то тут. Сейчас я его наберу.
Ну, наверное, там где-то стоит. Вообще, я завтра не пройдете, пожалуйста, давай еще. Скажите, что здесь? Ой, кого-то три раза укололи, а кого-то рот засыпали пластилин. Ну, нема такого. Ну, как это нет? А полковник отдал, зараз я вам посвящу. Давай, давай, думай, ты понимаешь, что он будет? Я сширку. Я все подружу. Эй! Что не видишь, я тебе звоню, чешу? Что-то что странно или что? Тебе ты что не слышишь, я звоню тебе? Я же разговаривал по телефону. Чего не даешь? Ну тебя ищет этот чувак, я не знаю, посадить же надо, а че ты пешком пойдешь? Что? А? Не, спильно. Спильно тебе. Вы спильно? Да, да, да. И ребята тоже спильно, что тебя спильно? Ну да, вот подходил паренек. Вот. Так за ним. Или его я посадил, а мне еще один фотограф. Иди сюда, что ты будешь? Хорошо, понял. Иди сюда. Вот этот. Не теряйся, а потом позвонишь. Я не теряюсь. Я не теряюсь. Це не Житомирщина, це не Чернігівщина, це Обухівський чи Озерківський район. За пайки Хорошо, где машина? Вот белый туарег, ага. Пешие часы возле него, сейчас заходишь там, снимаешь. А что потом в машине снимать? Просто... Открываешь окно, снимаешь отсюда окно, открываешь окно, высовываешь, снимаешь колонну. Он будет одним из... Они будут первыми. Угу. Опять машина? Не машину. Потом пусть надо, может, будем меняться с ним, может, он там у меня раз. Сейчас все скажу, значит, не решай. Меняться будет, но все равно в разных.